Здравствуйте. Вас беспокоит Иванова Ирина Александровна. Я являюсь защитником Боханова Александра Валерьевича. Вот мне сказали в ИВС, что его отвезли в ваше СИЗО. Я бы хотела поставить вопрос о незаконности его помещения под стражу в связи с нарушением закона о продлении срока содержания под стражей. Следствие... По этому поводу не скажу, потому что еще его дело, мы его этого не видели. Да, ну вот когда поступит дело, вы, пожалуйста, обратите внимание на постановление суда о продлении срока содержания под стражей 28 июня, то есть от вчера. А оно было тут же обжаловано. Поэтому оно не вступило в законную силу. Следствие не обратилось заблаговременно. Боханов Александр Валерьевич, да. Который с экспертизы? Да, который с экспертизы. А его признали вменяемым? Да, его признали вменяемым за 7 дней. И освободили. Вот, вчера суд прошел в коррупционной обстановке, все было скрыто, тайно, и мне стало известно, что никакого ходатайства следователя до вчерашнего дня в канцелярии зарегистрировано не было. Поэтому он его каким-то левым путем передал судье через председателя, и поскольку они нарушили срок рассмотрения этого ходатайства... Это вам надо писать... Да нет, нам ничего не надо, мы написали апелляционную жалобу, решение обжаловано, оно не вступило в законную силу. Какого постановления? Суда. Так, я вам объясняю, постановление суда обжаловано, оно не вступило в законную силу, и вы обязаны его отпустить. Вы не можете удерживать человека на... У нас еще пока нет дела, мы еще не видели ни постановления, ни дела. Так вот, так вы понимаете, что вам сейчас привезут дело, и в нем не будет апелляционной жалобы. Поэтому я вам и говорю, что оно обжаловано, и на постановлении суда нет штампа о вступлении в законную силу. Вот на это вы и обратите внимание. Но у нас пока еще нет ни дела. И... Вот оно будет, мне ВВС сказали, что его повезли к вам. Нам только дело поднимут. Что? Нам только завтра поднимут дело. Хорошо, вам поднимут дело, пожалуйста, обратите на это внимание, потому что создана незаконная практика, когда продление срока содержания под стражей производится на основании судебных решений, не вступивших в законную силу. У нас то же самое было в Бутырке. Это дело следствия, прокуратуры и суда своевременно обжаловать. И продление срока содержания под стражей не может осуществляться на основании судебных решений, не вступивших в законную силу. Им никто не мешал обратиться за 11 дней и произвести всю процедуру. Они это не делали умышленно. Так вот, за свои злоупотребления не должен отвечать Боханов, пусть они сами отвечают. Он не может быть помещен под стражу на основании судебного решения, не вступившего в законную силу. Это не такая же процедура, как процедура при аресте. Вчера об этом говорили в суде. Я же вам говорю, что суд все скрыл. Он нигде не написал, что будет судебное заседание. Он никого не уведомлял. А когда я звонила, мне говорили, никакого не поступало. На основании чего мы его отпустим-то? На основании отсутствия процессуального решения о том, что он может содержаться под стражей. Это постановление о продлении срока. Там будет штамп. Вступило в законную силу. Это не действующее решение, если оно обжаловано. Вот пока на нем нет штампа, вступило в законную силу, оно не действует. Это бумага. Если там будет лежать апелляционная... А если они ее не вложат? Ну, если вложат, то он будет содержаться у нас, он будет просто... Нет, вы не можете, пока там не стоит штампа, вступило в законную силу, вот штамп там должен быть, вступило в законную силу. У нас просто есть продление, это у нас есть постановление о продлении. Так я же вам говорю, что это незаконно, на нем должен стоять штамп, вступило в законную силу, потому что иначе это бумага. Это не судебное решение. Вот если нет этого штампа, значит отправляйте обратно вот это дело следователю, а Боханова освобождайте. Ой, вы знаете, мы завтра сделаем нам поднимут, мы посмотрим, тогда будем решать. Вы посмотрите, вы вот на это обратите внимание, что согласно статье 22 Конституции... Просто постановление о продлении срока. Так я говорю, что это незаконная практика. Правильно, и поэтому у вас люди сидят незаконно под стражей, вот именно поэтому. У нас просто... Продление срока, и все. Это незаконно. Я и говорю, что у вас должен быть печать. Ну, ты здесь при чем? Так вы же печать должны требовать. Это же вы принимаете, вы проверяете документы. Согласно статье 22 Конституции, под стражу можно поместить человека на основании судебного решения. Судебное решение – это то, которое вступило в законную силу. Ему на руки выдается то же такое же постановление. Там в нем прописано, что в течение 3 суток...
Да, он его обжаловал прямо в тот же день. А как он его обжаловал? Если не будет ничего лежать в деле, мы-то откуда знаем? Так я вам и говорю, нету штампа. Нету штампа о вступлении в закон. Правильно, поэтому я вас прошу, вы штамп потребуете о вступлении в законную силу. У нас постановления все идут без штампа. Вот поэтому у вас люди... Послушайте, вот поэтому у вас люди сидят незаконно в СИЗО. Я же вам о чем говорю. О сложившейся практике. Что? Значит, всех отсюда выпускать надо. Нет, не всех выпускать надо. Всех, кто сидит незаконно, выпускать. И тогда следователи и суд будут производить эту процедуру с соблюдением закона. Ну, это, знаете, это не нам. У нас постановление, скрепная печать судовую ставит. Там нету, что вступило в законную силу. Значит, это не решение суда, это Филькина грамота. Это Филькина грамота. У нас нигде не пишется. У нас пишется, что... Послушайте, мне в бутырке сказали. Так это неправильно. Мне в СИЗО бутырки сказали, он у нас сидит по постановлению следствия, органов следствия, потому что у них месяц заняла процедура обжалования. То есть она теряет смысл в этом случае. Если можно месяц процедуру растянуть, а потом вообще не привести этого обвиняемого. Я вас понимаю. Если будет реализовать апелляционное постановление, не, если его не будет... Нет, подождите. Нет, я вам говорю об апелляционной жалобе, а не постановлении. Да нет, апелляционная жалоба, то, что подавал на это постановление, если она его не будет лежать в этом, как ее. Значит, если нет апелляционной жалобы, должен стоять штамп о вступлении судебного решения в законную силу. Вот в течение 3 дней он не обжаловал, они ставят штамп. У нас суды не ставят. Так они потому и не ставят, что они нарушают все процессуальные нормы и сроки. А вы при том, что вы принимать не должны, тогда они не будут нарушать. Если в деле не будет документа, мы это как доказываем. Так я вам говорю, как? На постановлении суда о продлении срока содержания под стражей должен стоять штамп о вступлении в законную силу. Потребуйте от суда поставить штамп. Так не принимайте, вы принимаете на основании Филькиных грамот, я вам объясняю. Нет, мы принимаем постановление. Постановление, скажите, вот постановление суда, которое обжаловано, оно вступило в законную силу, оно действует или нет? Или действует уже после апелляционного? У нас таких постановлений нет. Каких нет? У нас просто продление срока содержания под стражей. Все. Так вот это неправильно, значит, бессмысленно обжаловать тогда решение. Вы лишаете смысла апелляционную процедуру, если вы помещаете по решению первого суда. Так они там не имеют права его обжаловать в течение 3 суток. Конечно, и поэтому рассмотрение этого ходатайства должно производиться за 11 дней, за 10, а не 28-го, когда срок истек. Я вам вот о чем говорю, еще никто не мешал за 10 дней все это дать. Я понимаю. Вот, прекрасно. Так вы понимаете, что они нарушают закон? А если они нарушают закон, почему граждане должны за это отвечать? Пусть они отвечают за то, что они нарушают закон. А вы эту практику не поддерживаете. Требуете решения суда, вступившее в законную силу. Я вообще более наемный сотрудник. Я вообще ничего. Вы доложите администрации. Администрации доложите. Я письменно это напишу, конечно. Но вы доложите, что помещение под стражу... Я пока никакого дела. Я вообще ничего не могу доложить. Я еще не видел ничего там, что лежит в этой стене. Вы доложите общую ситуацию, потому что там будет, я вам объясняю. Там будет решение суда без штампа о вступлении в законную силу. Вот это там будет точно. И вы это подтверждаете, потому что к вам всех так присылают. Но у нас стоит постановление о продлении срока. Да, а оно не вступило в силу с момента его обжалования. Вот как только его обжаловали, оно не имеет юридической силы, пока не будет вынесено апелляционное постановление. Я обжаловал его или не обжаловал? Так, мы знаем это. Я вам, во-первых, сообщаю, что я обжаловала. Во-вторых, я сообщаю, что он обжаловал. Нам нужны письменные. Нет, а письменное — это отсутствие штампа на постановление о его вступлении в законную силу. Да, вы звоните завтра, у нас будет аттестованный сотрудник, который занимается этим, и вы заворачиваете им голову. Кому, скажите? Аттестованный сотрудник завтра у нас будет, вот вы это звоните. Хорошо, я позвоню, я сегодня напишу, чтобы письменным текстом было лучше понять, и позвоню. Я наемный сотрудник. Хорошо. Я вам ничего не скажу. Хорошо, а вы обратите внимание, потому что пусть начинают думать. Потому что... По этому делу мы посмотрим. Хорошо, будьте добры. Все, спасибо большое. До свидания.
Здравствуйте, я вчера звонила вам, мне сказали перезвонить сегодня, чтобы со специалистом поговорить. Какого-то? Это вот я со специалистом разговариваю сейчас. А вы кто есть? Иванова Ирина Александровна. Очень приятно, что вы хотели? Я хотела, значит, сказать, что, чтобы не нарушался закон в части помещения под стражу граждан, например, в отношении Боханова Александра Валерьевича. Поскольку на данный момент есть только одно действующее решение, это решение о сроке содержания под стражей до 28 мая 2017 года. Все остальные решения обжалованы, в законную силу не вступили, и в связи с этим они не подлежат исполнению. Потому что законом предусмотрено продление срока содержания под стражей производить до окончания срока содержания под стражей, установленного предыдущим судебным решением. Вот если этого не производится, то для вас сейчас есть только одно действующее сейчас решение. Вы меня хотите. Я сообщаю, что... Мы исполняем... Что? Вот я и хочу узнать, что... Так, сейчас я дело просто открыла. Да. Двадцать восьмого мая был окончен срок содержания под стражей. 28 июня. А это постановление Щелковского городского суда, которое продлили срок ему до 28 июля. Так это решение. Постановление может быть обжаловано в течение 3 суток. Правильно, оно обжаловано. 28 июня. Оно обжаловано, и сейчас есть только одно действующее постановление. Он только прибыл. Правильно, но без... Ну, когда обжаловано? Оно поступило только 28-го. Так я 28-го, во-первых, я 28-го его и обжаловала. Во-вторых, такое постановление не может быть вынесено 28-го. У нас нет данных о том, что вы... Так а вам суд, от вас суд это скрывает. Поэтому я вчера и говорила, что на решение извините, суда... пожалуйста, но мы не можем ни на чем основываться. Нет, вы можете... Нету у вас документа. У вас вот на этом решении... Документа о том, что он подал петиционную жалобу, и то, что придет после этого должно прийти постановление о вступлении в законную силу или о вступлении... Правильно, вот. У нас таких данных нет. Правильно, у вас нет судебного решения о вступлении его... Вы меня послушайте, пожалуйста. У вас нет решения, вступившего в законную силу, о продлении срока содержания под стражей. Оно не вступило в законную силу. Какое вступление? Подождите, у нас нету даже документов о том, чтобы он подал апелляционную жалобу. Так я вам объясняю. Или вы подали? Вы меня послушаете или нет? Поэтому вы можете принимать человека только в том случае, если на судебном решении стоит штамп о вступлении его в законную силу. Вот пока этого штампа нет, это решение не имеет юридической силы. Нет, я вам звоню, потому что я сегодня же жалобу в ЕСПЧ пошлю на нарушение статьи 5 конвенции. Шлите жалобу. Вы должны ответить мне на вопрос, на каком основании вы помещаете людей под стражу. Так я вам говорю, вы обязаны исполнять решение суда, вступившее в законную силу. Ну зачем и что? Я никакую информацию вам давать не буду, я не знаю, кто вы. Послушайте, я вам скажу, кто я. Я являюсь председателем общественного движения «Общественный контроль правопорядка». Нет, сейчас со мной поговорите. Да, слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит Иванова Ирина Александровна. Я являюсь председателем общественного движения «Общественный контроль правопорядка» и одновременно представителем Боханова. Ага, понял. Значит, я сейчас разговаривала со специалистом спецчасти по поводу того, что у вас незаконно принимаются обвиняемые в СИЗО на основании не вступившего в законную силу решения суда о продлении срока содержания под стражей. Так. Она отказывается меня слушать. Ну, я думаю, что это, в принципе, идет о создавшейся практике, но вот сейчас мы столкнулись именно с Бохановым. У Боханова я сам лично смотрел постановление о содержании под стражей его. Угу. Как, от какого числа? Июля, там июль или... Так оно не вступило в законную силу, вот об этом и речь. Вся процедура продления срока содержания под стражей должна проходить до того, когда срок кончается. А сейчас для вас единственное постановление, вступившее в законную силу, это то, которым установлен срок
содержание под стражей предыдущий. Вот сейчас мы подали апелляционную жалобу. Предыдущий срок содержания под стражей у него истек. Да. И мы должны были его выполнить. Вводить. Да, вот выполнить действующее решение суда. Потому что законом предусмотрено, что следственные органы обращаются в суд для продления срока содержания под стражей заблаговременно. Для того, чтобы процедура апелляционного обжалования произошла до окончания срока. А на данный момент имеется только одно судебное решение, которое все обязаны исполнять. Оно вступило в законную силу, и это решение об окончании срока содержания под стражей. И другого решения для вас нет. Так он месяц у нас на экспертизе находился. Но я сейчас еще раз посмотрю это. Вот мне объяснили вчера и сегодня, что у вас есть постановление суда от 28 июня. Я сейчас посмотрю еще разочек, да, дело? Предыдущее у него постановление. А по предыдущему, я вам объясню, произошла точно такая же ситуация. Срок истечения под стражей закончился 28 мая. Да. Постановление суда о продлении было вынесено 23 мая, то есть за 5 дней, даже не так, как сейчас. Мы обжаловали это решение, и апелляционная процедура продлилась 30 дней. То есть она, в принципе, потеряла смысл после 28 мая, потому что она должна была закончиться к 28 мая, а 28 мая его были обязаны освободить. Потому что существовало только одно судебное решение, вступившее в законную силу, но его никто не исполнял. И все почему-то бросились исполнять решение, которое не вступило в законную силу. И в этом было нарушение. Вот по этому поводу мы уже подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Он 30 дней провел, даже больше 30 дней провел без судебного решения, вступившего в законную силу в сезон один этого Бутырки. И сейчас повторяется эта ситуация. Ну, в Бутырке он сидел, но не у нас же он сидел. Да, а сейчас он у вас будет точно так же сидеть без судебного решения, вступившего в законную силу. Вот о чем речь. Но дело в том, что сейчас-то мы его приняли уже на основании постановления суда. Так я вам говорю, что на нем нет штампа о вступлении в законную силу, потому что оно обжаловано. С которым он лично сам ознакомлен. И это не важно. Стоит его подпись. Ознакомлен, там на судебном он решении... Он ознакомился там еще, будучи, то есть еще у нас он не был. Да, еще... но он его обжаловал, вот, вот о чем речь. Но он обжаловал его, правильно, но самих результатов у нас... Вот правильно, вы идете по правильной дороге, результатов нет, то есть у вас нет апелляционного постановления. И что вы предлагаете, освободить его? Да, именно освободить. Что? А что? Вы что? Так вы должны выполнять решение суда. Вы не выполняете. Послушайте, он уехал у нас месяц, его здесь не было. Больше двух месяцев его не было. Больше даже двух месяцев. Да, 6 мая он уехал. Да, он находился там. Да. На экспертизе, да, где да. он находился. Да. Сейчас он приехал. Да. Я открываю личное дело. Да. Постановление суда. И на нем нет печати о вступлении в законную силу. Там и печать стоит суда. Какая? Суда? Мы приняли его и содержали его у себя в учреждении. Там прописано. Конечно, но это решение не имеет юридической силы. Оно приостановило свое действие с момента подачи на него апелляционной жалобы. А где, вот где эти все документы? Вот, правильно. Вам ничего не высылают, В пустом месте я его не могу. А это не пустое место, потому что на судебном решении... Это не наша вина, вы поймите. Нет, ваша, я объясняю почему. Потому что вы принимаете его на основании судебного решения, на котором не стоит штамп о вступлении в законную силу. Вот чтобы обратиться, обжаловать, например, это решение там в кассацию... Постановление это вынесено. Там 26-го или... 20... Нет, оно вынесено 28-го. 28-го. Да, вынесено. Это постановление, судейское постановление, где стоит штамп, чтобы срок содержания его, да, продлить на столько-то, столько-то. И вот на основании этого письма, постановления... Мы его и приняли. Так я и говорю, что это неправильно. Оно обжаловано, что да. Это чего? У нас нету. То есть мы виртуально не можем исполнить это все. Я все прекрасно понимаю, вы меня не слышите. Вы меня не слышите. На этом решении должен стоять штамп суда, с решения вступило в законную силу. Вот без такого решения, например, нельзя обратиться в кассационную инстанцию, пока на судебном акте не стоит штамп «вступило в законную силу». У вас таких штампов нет.
Потому что оно не вступило. А пока оно не вступило, оно не действующее. И вот это у вас системная проблема. Вы всех принимаете по судебным решениям, не вступившим в законную силу. При этом вы не выполняете предыдущее решение суда, которым установлен срок содержания под стражей и которое реально вступило в законную силу. Вы из двух судебных актов выбираете тот, который не действующий, и не исполняете тот, который действующий. И это системная проблема. Не только в вашем СИЗО, это вообще у вас, я так поняла, везде. Так это не странно, это логично, что вы из двух решений судебных выбираете то, которое не имеет юридической силы, потому что оно обжаловано. А вот то, которым установлен срок, и оно вступило давно в законную силу, оно у вас остается неисполненным. И вы... Ну, ни в одном постановлении я еще не видел, чтобы там была печать о том, что... Правильно, это созданная практика. Правильно, это созданная практика, и эта практика позволяет апелляционные процедуры проводить по месяцу. И они уже не имеют юридической силы, эти апелляционные процедуры. Ну, здесь я сказать, если честно... Ну, поговорите с прокурором, который надзирает, потому что это его оплошность. Я с прокуратурой, да, я на эту тему подумал этот вопрос. Почему, что и вообще... Это сложившаяся практика. Я вам хочу сказать, что вот это решение от 28 июня, оно не имеет юридической силы, потому что по УПК... Там нет... По ОПК оно не могло выноситься даже 28 июня, потому что оно должно выноситься минимум за 5 суток до истечения срока содержания под стражей. Это написано в УПК. А оно... Вот и все, оно подлежит отмене. Если я согласен, да. Но факт в том, что да, он пришел с этим постановлением, поэтому... Да, оно обжалованное. Суды все скрывают апелляционные жалобы. Но с другой стороны... Дело в том, что если бы они сделали все своевременно, то он в течение 3 суток обжаловал бы, и это решение не вступило бы в законную силу, и его бы уже не могли вести к вам вообще в СИЗО. Вот. Они всех к вам поставляют вот с такими решениями, на которых нет никаких печати о вступлении в законную силу. На это просто никто не обращает внимания. Это не только в нашем изоляции. Везде, это везде так, это система такая. Если честно, не сталкивался с таким, чтобы на постановление ставили о том, что оно должно вступить в законную силу. Ну вот если... Решение... Да, вот если обжаловать, например, что-нибудь в кассацию, то всегда суд кассационной инстанции пишет, вы обязаны, это написано, наверное, даже в процессуальных кодексах, приложить судебные акты нижестоящих инстанций, которые обжалуются, чтобы на них стояли печати, что они вступили в законную силу. Так это получается, мне всю тюрьму надо освобождать? Ну, если с нарушением закона к вам помещали людей, то примерно так. Нет, не с нарушением, но вот так, как вы говорите, о вступлении... Так это и есть нарушение закона, потому что следственный орган и суды не производят апелляционную процедуру до окончания срока содержания под стражей, установленного в предыдущей инстанции. Ну, первичным судом. Это их оплошность. То, что вы сказали, я понял. Получается так, что, да, вот согласно вот тому, что вы мне говорите сейчас, да, о том, что вступить должно в законную силу, да? Обязательно. В УПК написано, как только человек подал апелляционную жалобу, решение приостанавливает свое действие. Вы создадите этот, как говорится, да? Да мы обязательно создадим прецедент, просто нам не хочется, чтобы Боханов от этого страдал лишний месяц. Я попаду в тюрьму и буду вообще рад. Прекрасно. Главное, чтобы суды начали работать, исполнять закон. Я вам честно хочу признаться, что действительно я первый раз это слышу, и если бы я не принял бы его, то, соответственно, приняли бы меня уже, да? Ну, вероятно, потому что, опять же, все исполняют не закон, а указания чьи-то. Поэтому вы со своей стороны поставьте прокурора в известность, пусть он поднимает эту проблему. Да, я об этом обязательно поговорю, как раз тема для обсуждения такая, если действительно, да, там, в законах посмотрим. Ну, значит, этот вопрос надо поднимать. Так, дело в том, что мы-то поднимем сейчас, в Европейский суд по правам человека, мы сейчас этот вопрос поднимем. Потому что Московский областной суд месяц рассматривал предыдущую апелляционную жалобу, и так он его и не доставил в суд на судебное заседание. И в результате, опять же, вынес решение, не имеющее юридической силы. Получается сплошное беззаконие. Ясно.
Ну ладно, спасибо, что вы выслушали, потому что ваш там специалист спецчасти, она даже слушать ничего не хотела. Ну, да, там у нас вольно-наемная сидит. Нет, вот вольно-наемная, вчера я с ней разговаривала, она как-то более-менее слушала и посоветовала перезвонить сегодня. А вот сегодня я перезвонила, и там специалист какой-то просто не стал ничего слушать. Ну, я с этим специалистом сам поговорю, сейчас хочу. Поговорите, потому что думать надо, потому что последствия-то правовые. Будут же. Хорошо. Хорошо, ладно. Хорошо, я вас услышал, хорошо. Все, спасибо большое. Спасибо вам. До свидания.